Пауэр, спасибо. Уже вышла работу мечты. Я не отвечаю на вопрос про возраст. Короче говоря. Пипец. Как ваши дела? Блять, мне жестко, короче, перед эфиром, мне очень жестко захотелось, потому что я не голодная. Мне жестко захотелось роллы с сырной шапочкой. Я их так давно не ела, именно с сырной шапкой. Просто пипец. И у нас в доставках, то есть щавель, блядь, осьминог, не лезь, сожрет. Короче, мне жестко сходить на плавание. Зачем? Я, кстати, плаваю, ну, я нормально плаваю, но далеко я не могу плавать из-за того, что у меня дыхалка. Типа, я умею плавать и норм плаваю. Но у меня дыхалка подводит, и я глубоко говорю, господи, далеко не могу плавать. Осьминог, да. Вот. Короче, блин. Трэш. Вот, а за роллы это, блин, не шутка. Жестко хочу роллы с сырной шапочкой. Вот. Прям именно жестко. Что с ногтями? Я сломала два ногтя. У меня на прошлом эфире еще были все ногти. А вот этот я оторвалась сегодня. Ну как, типа, у меня была трещина еще 3 дня назад. Но я ходила с этой трещиной, короче, вот все дела. И вот, короче, пипец. Полный трешак. Я стою сегодня в ТЦ. И да, были целые позавчера. Короче, я стою в ТЦ. И об меня какая-то тетка просто... Блядь, она идет с сумкой и... В туалете удобно, классно. Ма. А, привет. Салам, салам. Обзор на то сейчас, солнышко. С вами говорю, манера похожа на Ивлея. На Ивлееву косишь. Я Ивлееву вообще не смотрю. И никогда не смотрела. Типа, блядь. Я только ее видела, когда это вроде в «Орле и решке». Вроде, если она там снималась. Если да, то видела ее. Нужно было... Короче, она меня просто пихает именно сумкой. Ну, я понимаю, что случайно. Блядь, и у меня просто похерачила кровь с этого с ногтя, и все, и пиздец, и я оторвала в итоге ноготь, потому что я понимаю, что ну, он вот так вот шатается туда-сюда, мне так еще больнее. И типа, самый оптимальный вариант это его оторвать, потому что на сядке я бы прям туда не поехала бы. Короче, я в итоге оторвала минут 5 ноготь, прикиньте. А вот этот я сломала вчера, когда мыла посуду. Прикиньте, вот как усердно я мыла посуду, что я сломала ноготь, ну короче, пиздец. Ну, у меня до этого еще была трещина просто. Опять же. И причем трещина, сука, на половине моего ногтя родного, ненарощенного. Я такая, блядь, почему, за что мне просто это? Я бы за секунду оторвала. Вот это тут это кажется. Короче, я не знаю, что мне делать. Я просто эти пальцы перемотаю.